Сейчас я нахожусь в Первомайском районе на разъезде Иня. Здесь рядышком находится Черное озеро, до которого я сейчас прогуляюсь. До озера метров 500 надо пройти по этой дороге прямо, и его можно будет увидеть. Вот такое озеро, заросло все водорослями, ну, наверное, получается уже не черное, а зеленое озеро. Ну, так вот красиво здесь, сейчас прогуляюсь по берегу. Вот в озере утки плавают. Птички поют. Вот оно озеро, все заросло тиной. Вот оно так вот выглядит. Раньше вот на старых фото я видел, даже здесь купались. Место для отдыха было, типа пляжа. Ну вот сейчас я там вижу, люди сидят, рыбачат. Какая рыба ловится, не могу сказать. Так, наверное, скоро это Черное озеро превратится в болото. На этом с вами прощаюсь. Всего вам хорошего. До свидания.